Он идет к тебе. И антивирус! В смысле, блин? В смысле антивирус? Что за... Хуба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток. И сегодня мы с тобой поиграем в Соника... ЕУКС, то есть не ЕКЗ, а вот такой вот Соник, честно скажу, уже все поиграли, все обосрались. Меня не хватает, ребята, меня не хватает, и я решил прийти. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, мы с тобой начинаем. Мне также написали, что в оконном режиме надо обязательно играть. Так, English, давай, английский, выбираем. Погнали, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. В общем, представляю, что братишки представляют. Эта игра содержит, в общем, флеш, мигающие огоньки, в общем, звуки различные. Ну, мы понимаем, ребята. В общем, начинаем, дружище, начинаем. Приятного тебе просмотра. Я понимаю, что здесь, скорее всего, дичь такая будет сейчас твориться, такая жесть. О, какие-то звуки слышу. Ребята, какие-то звуки уже слышу. Ну-ка погромче, что ли, сделать, ребята. Опасность уже здесь, пишут мне. Я вообще ничего не вижу, ребят. Все нормально? По звукам, как будто Дарт Вейдер, знаешь, выбрался. Смеялся. Все? Сега! Блин, я охренел! Слишком гром... О, блин! Дружище! Это... It's not normal. Удали ими... В смысле? Что там удалять, дружище? Погоди! Не понял! Беги! О, кстати, смотри, окно-то как называется. Все узелел. Как бегать? Такой вопрос. Я самый первый, ребят, кто помер в этой игрушке. Как бегать, прыгать, дружище? Что-то я ничего не понимаю. Ой. А прыгать мы сегодня будем? Мы просто можем наверх смотреть и все. А что случилось? Что происходит вообще? Я не... Секунду, ребята, что происходит? Прыгай уже, прыгай, дружище, научись прыгать. Ай, больно! Вы грязные ублюдки, жуки какие-то. А, на Z, вот, мне на... Ребят, спасибо вам огромное. То есть мы просто вот так вот делаем. Оп, мышечка какая-то. Хорош! Не, в принципе, хорошо. В принципе, хорошо. Крабик! Ой, вот на такого, наверное... А, так Тейлс может вот так вот, и все. Боже, кольца, собирай, собирай! Ну, человек явно в Sonic... не только XZ, ребята, но и обычный Соник. Я не особо играл! Боже, нас спасли. Нормально, нормально, ребят. Держимся, держимся. Хорошо. Просто надо пройти. Так, ускоряемся, ускоряемся! Уи! Так, кнопочка у нас тут. Бинг! Даже не кнопка, а подпрыгиваем, ребята. А-а-а, много раз Z надо нажимать. Все, пошел, ребят, спасибо вам огромное. Офигеть, я иду, что за фигня? То чувство, когда играешь первый раз в Соника, я офигеваю. Да, он же спокойный, у него пропеллер, ребят. Что это за хрень, блин, смотри, справа. Так, лучше на такую штуку и не приближаться, ребят, ну-ка. Спокойно просто перелетаем и все. Ой. Соник, дружище, здорово! Ой, ой, май. Куда? Погоди. Друже, куда ты погнал? Боже мой. Наверх. Так, все, это мы умеем, дружище. Ну-ка, давай. О, май.
Эй, выдохся! Не, погоди, дружище, какой выдохся? Давай! Пропеллер, работай! Давай! О, да-да-да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот-вот, смотри, какая штучка у нас тут. Все, я понял, ребята. Есть! Хорош! Хорош! О! Что за фигня? Охренеть! Музыка ломается, ребята. Останови это. Что происходит? Что происходит? Погоди. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дружище, не понял. Кнаклс? Кнаклс. 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 Офигеть. Ты делаешь меня сиком. Зачем? Чтобы тебе Короче, ты получаешь удовольствие, когда делаешь плохо? Такое говорит. Может быть, Теус был прав? Господи. Ты любишь видеть страх в каждом... Тебе нужно пройти через... Прикинь, он... Смотри, что он делает! В смысле окошко? Не понял. Куда ты убегаешь? Он, прикинь, убегает. Ну-ка, погоди, погоди. Ну давай вот сюда вот. И что происходит? Он идет к тебе. И антивирус! В смысле, блин? В смысле антивирус? Что за фигня, ребят? Что за фигня? Боже мой, ребятки. Нет надежды. Файлит ту и курент интернет коннекшн. Что, блин, за фигня происходит? Ну-ка, давай еще раз запустим, дружище. Офигеть. Мне прикольнуло то, что, знаешь, почему-то антивирус даже сказал мне там, то, что защита заканчивается. Он как бы увидел, что ли? Опа, опа, опа. Так. Да в смысле, блин? Как-то это страшновато. Пожалуйста. Соник. Жесть. Нас все-таки догнали. Перезагрузка. Хорош. Ты не сможешь... Слишком поздно. Ты можешь сейчас смотреть. У меня мурашки, блин, по всему телу, ребята. Соник. Кристал Лейк. Ребята.
Блин, какая красивая. Вон наверху, смотри, вон наверху. Боже, походу будет схватка века. Так, забираем. Ага, все понял. Да как он, блин, фига он так пузыривает. Кто это, блин, такие? Ух ты, говно. Жесть, что творится вообще? Охренеть, он сзади. Он сзади, ребята. Нам приснилось. Нам всего лишь это приснилось, ребят. Не переживайте. Все нормально. Фига себе, блин. Ничего себе. Это сложная часть. А сейчас беги! Пишут. Да, это я уже понял. Да, вижу, вижу, вижу. Хорошо, что вы написали. Соник Циклоп. Я создал что-то семью офиса Узелев. Блин, он знает мое имя. Какого фига, блин? Семья ютуберов, да, ребята? Куда? Я вижу тебя. Прикинь! В смысле доступ к веб-камере? Не надо. Все, у меня веб-камера, короче, прикинь, на втором компьютере. А что было бы, если бы она была бы на первом? Мне нужно увидеть тебя, мне нужно увидеть тебя, прикинь. Офигеть. О, спасибо, забрала там, ребят, мне скинули. Офигеть. Мне вообще страшно. Погодите, если бы у меня реально веб-камера была бы подключена ко второму компьютеру. О, что за? Почему на полном экране? В смысле? Короче, ребята, почему-то полноэкранный режим вдруг включился. Не знаю почему. Так, я вспоминаю эту локацию, но она немножечко другая была. Блин, жизнерадостная, такая хорошая. А тут у нас немножечко она изменилась. Я тебе скажу, дружище. Ну-ка, давай-ка вот так вот. И все пропали, смотри, с этой локации.
ёпарсы ты. Сейчас скример будет, да? Что ты смотришь-то на меня? Я что-то не понимаю. Он, видимо, разозлился то, что доступ к веб-камере не получил, не увидел меня. Господи! Ёпарсы ты! Я не понимаю, это страшный сон или что? Что за фигня, блин, охренеть! Так, ладно, ничего не произошло. Не-не, ребят, нормально, все хорошо, все нормально, ребята. Он сзади был. Зона вторая. Так, крабик. Вот ты руина, сраный краб, блин. Аккуратнее, ребят, надо. О. Кто там? Ой, что-то финиш вообще далеко. Далековато, ребята. Какая-то машина. Доктор Яйкин! Доктор Яйкин! Стоп, это останови, это останови, это... Ошибка 0799. Так, это жесть, ребята, это просто жесть. Слушайте, ну я вообще не ожидал, блин. Это игра про Соника, ребята, серьезно? Я просто в шоке. Офигеть. Ой. Что-то происходит, ребята, что-то там происходит. Кольца. Смотрите. Господи, Тейлс Экзе. Так, погоди. Мы можем ходить, ребята. Можем бродить. Тейлс, давай, что такое? Почему ты, дружище, почему ты не разгоняешься? Темнеет экран. Звуки, ты слышишь, какие звуки атмосферные прям. Офигеть. И погоди. Боже, я бы обосрался, ребята. Непонятно где. Один. Че он там делает-то, блин? Хвостом машет. Дружище, побежали лучше отсюда. Во. Давай, перебирай своими топтунками по-быстренькому и уходим отсюда. Во. Офигеть, он очень ускоряется. Быстрый шаг, очень быстрый шаг, я бы сказал. Чуть ли не бег, но не бег еще. Походу хана уже нам сейчас будет. Почему? Перезагрузка. Наклз. Он плачет, ребята. Я чувствую, что сейчас... Coming soon. Продолжение следует, да, ребята? Спасибо, что поиграли. Слушай, ну, это на самом деле круто. Это Эмми написали. Боже, я даже ее и не узнал. Спасибо, что поиграли. Шикарно, ребята. Вот тут мне даже написали. Вот.
на ваш фидбэк, надеемся. Мотивация делать... Ну, ребята, ждем. Это версия первая. Спасибо, что поиграли TXT. А удалить дату? А что будет, если no? Если мы с тобой не удалим и еще раз запустим. Она с того момента запустится, да? Слушайте, ребят, ну, для человека, который вообще в Соника толком не играл, да, ребят? Не, я когда-то в Соник XZ так играл немножечко там. Ну, там чуть-чуть что-то было такое. В принципе, мне понравилось. Мы обязательно с тобой еще в Соника XZ сыграем, я думаю. Блин, мне понравилось. Ребят, надеюсь, вам зашел видосик. Не забудьте поставить свой жирненький царский лайк. Также подпишитесь на Яндекс.Дзен, Трово. Бай-бай, дорогие братья.